Попробую объяснить. Единственное, что меня связывает с Брэндоном Конноном, это то, что никому из нас ты не нужен. Абсолютно. Посмотри на себя. Я был прав. Ты мне больше нравился, когда был пьян. В тебе была хоть какая-то смелость. Ты не ходил вокруг да около, словно попрошайка с кружкой. Иди приставай к другим. Хотя, знаешь, вот тебе кружка. Пойди и купи себе еще каких-нибудь дрянных кассет. Зачем ты так, Томми? Иди обратно в номер и слушай дальше. Никому не нужны рыбацкие россказни. А теперь проваливай. Проваливай к черту.